Какие борщи? Со льдом пируна. А потом... Как это? Пируна. Это название? Как... Пиру. Ложки. Ты меня. В этой картине, в этой борщи. А потом сделал еще один акс. Поставь. Монтует трупы на мрапа. Потом делает. Нанта сет посет. Нанта сет что-то пре. Сальдон то. Сигарацерия. Поставь вверх монтон гома. Качи тирца же. Просто кёп мрапа аж труп бичиклеты. А это раньше было велосипед. Кёп ту. Пете трупы бичиклеты. Сальдон то. Песня мрапа почему не будет лавишме. Стоятся. Качи сканы ренцы шунту мрапа. Это все. А почему цепи нету? Цепи что? Цепь. Здесь должна быть цепь. Зинджири. Зинджири, я же кто-то со мной компрессор зинджири, я специя. Я понял зинджири. Ага. Я. Просто кем мрабаш го моторы? А вот раньше была в моторе. Мы френат, мы с вами тоже френат тут. Ты кто кроме меня же был тогда ферота? Джеты есть? А это тормоз? Куда ты гужинет? Куда вас ведет гужинет, что для визы кавалерия? Кто командует нам так сказать кавалота сейчас этой пошт? Кавалота сейчас. Кто кавалота тут? Кто наш песня для визы, мы гужинет она. Что будет? Что будет мотора? Прям прям вам пьес мотора по душе, я вам хочу. Они что сделали с мотором сейчас? Мотор я марша, кубик. Качи что? Это все. Что за другие люди? А чем вы зарабатываете на жизни? Мы чай тон, мы сифитони портитуар. Ну, в общем, моим путцем и блин, это магазин, это че Римавый сток. Как покупают? А да, сейчас телевизор, где Тиранус. Здесь еще прям швардал, Тиранус. Я не знаю, по мне голос. А зачем вы это сделали? Зачем? Портитуар сказал, что... Лежит. Это шмеля вижу, мы практики с ними. И это побольше практики. Ну, чего хакса, ну побольше. Они не рендируют магазин. Ага, ага, ага. Понятно. А я вот таких вещей, таких конструкций я не видел в магазине. Это. Лой индустрии ну капар, а с ними на индучан. Ну что, все до то, что он? Куда ли мне дети, сколько шов за себя, чего что? Я индучан. Индучан я, ну как индучан? Ты бы ветне раца я он пошел. Как? На ин индиан или египтян? Раца на египтян что? Египт, люди из Египта. А, ну вот такие тележки люди делают сами, да? Ага, вот в магазине да, такое нет, нельзя купить. Нет, нельзя. Ну, по магазину, ну-ка. В магазине нельзя купить, да? Понятно, понятно. А все люди, которые торгуют на этих тележках, сами их делают? Что, здесь персонал, что продолжен то, что трактуар, ведь вы? Вет, да, они сами. А сейчас, что, ну-ка, ну-ка, как сидим трек? Ну, что, сейчас уна, сейчас зайти, ты че БМВ. А скажите, ведь для того, чтобы сделать такую тележку, он должен уметь вот это варить, это сварка, welded. Он умеет варить, у него есть сварочный аппарат. А, такие макинерии, думаю, то ничего и прежде. Сандатрича? Гуферсибль? Ту, какие просто шкреваты добил, че кан шипы, были креваты, раньше были его скелет. И прессы. Нет, я имею в виду сварка, сварка, вот сварочный аппарат. А, да, сандатрича. Я. Гуферсибль, че прет? Он имеет, у него есть такой аппарат. Вот он аппарат, да. Там Даниэль Самича, чтобы там джаджи приготовить. Его джаджа сделает этот аппарат. Аппарат? Есть аппарат. Чего все шулем не дичь, когда шел в мяту, все продавал шумка, все продавал ведь. Понятно. А какую вы нам тележку можете дать на выставку, эту или эту? Тилинга, кто дует до нас по экспозиту? Да, чуть до дони, да, что-то. Какая мы хотим. Да, мне вот это больше нравится. Кто и пыльчен ушел. Да, а когда вы сделали эту тележку? Курганибор. Кипа бон, гады 2 лет. 2 года назад.
2 года назад. А где вы берете колеса, велосипеды? Это ваш велосипед или где вы взяли? По мотори, моторите пришло, что мы имеем в этом гомат. А, моторы, которые они используют, они покупают все у них надо для конструкции. И потом они монтируют. То есть вы вот это вот моторы купили, да, это? Да, он купил. Ага. На моем моторе вообще пришел. Но не в магазине, наверное. И он на дючане. Он штрен дючане, он на 5 млек и за 1 млек. Потому что в магазине это стоит. Просто еще 5 млек. На рынок. Раньше вот такие тележки существовали там 10-20 лет назад. Не за 2 пара, подольше не только коротко? Да, подольше было пиво. Нет, такие нет, только как это, которая... То есть эти тележки появились только в последнее время? Кто в этом конфунде скандальце, короче? 7 или 6 лет назад. Где что ответ? Ну, после революции или как это называется? Бас древит системы? Где что ответ? Да. А почему после революции? Потому что люди стали хуже жить? Попсен бас дремит системе, не же тащи это ему печь. Но сейчас, потому что мало работает для кто-нибудь или зависит. Им надо платить таксы много. Високие таксы. Просто что на балкон таксы. А здесь без таксы работает. Понятно. Спасибо. Как вас зовут? Сичуэн. Адриан. Адриан. А и фамилия? Гемли. Гора. Гора. Спасибо. Thank you very much.